Мам, мне страшно. Что случилось, сыночек? Что такое? По-моему, у меня в шкафу домовой. Ой. Сыночка, а ты не переживай. Не переживай, ничего страшного. Мы сейчас все уснем, и домовой уйдет. Да? Ты только папке не говори, хорошо? Вот. Сейчас иди ложись уже спать, хорошо? Поздно уже. Давай, бегом в кровать.